Всем привет! Сегодня я хотел бы вас порадовать некоторыми видео из своего архива. Они были записаны, когда еще был ивент. Тут, как вы можете видеть, мы, значит, бьем Гнозиса, который прилетел, думал, что Херон ему ничего не сделает. То есть, ну, есть такие сканеры на Гнозисах, которые летают специально, чтобы ему ничего не делали, да. У него там были варьеры всего лишь первые, всего лишь там пушки какие-то небольшие. И поэтому мы его спокойно забираем. Самый рофл в том, что он умирает прямо, значит, в фейерверке, да, то есть малек держал его и летал, в общем, стрелял в него из фейерверка. Это прикольно выглядит, весело очень, ну, то есть, можете смотреть сами. То есть, всегда в Еве вы найдете, кого убить на боевом Хероне. А также есть еще видео, значит, где за мной бегает по нескольким системам Мантикора, пытаясь меня выловить. То есть тут я сканил в лоу, это еще был ивент, насколько я помню. Значит, летал, сканил по, значит, системам, искал датки. И тут я вижу комбатки, вы тоже можете их видеть, да, на подскане. Они, в общем-то, мне надоели. В конце концов, я решил, ну, давай подеремся тогда. И как же он быстро схлопнулся, это просто смех. Просто посмотрите на его реакцию. Он спрашивает, типа, почему ты тогда от меня убегал? Что за херня? Ну, типа, вот ради таких моментов я обожаю PvP на Хероне, когда вообще не ожидают люди такого от Херона. Типа, я ему там писал, я бегал, потому что там вызывал у тебя интерес и так далее. Но это прикольно. Так что это еще одно видео, пропагандирующее боевого Херона.
и показывающее, насколько прикольно, насколько весело и фаново на нем летать.